Саша и Даша вместе с родителями соблюдают режим самоизоляции из дома ни ногой. Казалось бы, бедные мама и папа в этом бесконечном шуме и гамме. Но это великолепная возможность научиться совмещать приятное с полезным. Главное – соблюдать несколько простых правил. У нас вот на период режима самоизоляции есть определенное правило. Мы с ребятами все делаем вместе. Я им помогаю с уроками, они мне, естественно, помогают с делами по дому. Такой подход дает детям понять, что родителям тоже приходится непросто. Начинать нужно с малого. К примеру, приучить к влажной уборке в комнатах. Чтобы не пропадал интерес, можно пойти на маленькую хитрость. Предложите справиться с задачей на перегонки. Уход за домашними питомцами тоже поможет воспитать в детях чувство ответственности. А дисциплину легко привить, если все дела и обязанности упорядочить в один список. Это следующее правило. Распорядок дня лучше составлять для всей семьи. Это можно сделать как веселое увлечение и на обоине, допустим, старое, составить семейный распорядок дня, в котором будут указаны и периоды отдыха, и периоды обучения. Семья Кривошеевых пользуется такими правилами давно. Список ежедневных дел Светланы был немаленьким и до самоизоляции. А теперь свободного времени и вовсе нет. Без внимания мужа и детей это не остается. Родные понимают, что именно мама больше всех нуждается в отдыхе. Ведь лишние переживания ведут к стрессу. Стресс понижает иммунитет. И просто планировать посильно свою деятельность, и если не получилось сегодня, обязательно получится завтра. Важно помнить, что досуг нужен всем, но домашнее задание никто не отменял. 8-летнюю Дашу это не пугает. Мама отдохнула и готова помочь даже самой затейливой задачкой. Даш, давай, страница 112, упражнение 191. Читай, что там нужно сделать. Рассмотрите записи, какие предлоги здесь спрятались. Напишите их. Саша старший ребенок, ему 11. С уроками справляется сам, за что постоянно получает похвалу. А она, в свою очередь, мотивирует на новые свершения. Самое главное правило – это не количество, а качество проведенного времени. На самом деле, для полноценного развития ребенку достаточно небольшое количество вовлеченного и заинтересованного общения с родителями. Одна из основ детской психологии – принцип отражения. Если родители сами будут соблюдать такие простые правила, без внимания ребят это не останется. Наталья Жадько, Алим Велиев. Утро нового дня.